Дедроворубы. Баба-баб, о чем еще хочешь поговорить? Честно, ни о чем. Тебе кирпич на голову упал, ты дурной. Но это мое подозрение такое, что это про них. Она такая говорит, что... Что с тобой? Ну тебя нахер. Всем привет, с вами Игорь, это канал Back Cosplay, мы продолжаем играть в Ведьмак. Первый в прошлой серии мы, я помню, какого-то босса убили, здорового, непонятную каланчу, которую вот эта вот сарделька кукурузина вот эта вылезла, она мне начала стрелять, нападать, я ее, конечно же, порубил. Дедоку в ахере, он вообще от меня в ахере, потому что мы идем такими путями, где везде всякие утовцы, все подряд, он орет, он бежит, он визжит, а мы продолжаем. Я, как ты видишь, освещение совсем другое, потому что у меня лампочка сгорела на одном из светильников, получается, вот только с одной. Я думал сначала вообще снимать без камеры, но я думаю, это будет не очень. Так, правильно ли я иду? Я помню, что мне деда до куда-то надо довести. Ага, во. Во, о чем я и говорил. Орёт, визжит, пищит. А чё? А, я уже забыл про Ведьмака. Как играть? Кстати, почему... Почему меч этот не работает? Я вроде бы... Ты долго за ним ходить будешь. Почему меч-то плохо работает так? Смотри, как он мало им наносит. Я ж вроде достал... Ясно. Сыкуны. Я взял меч, вроде то, что надо, но они... Но они плохо убиваются им. Ля, собрались, дружки. Ах, сука, не подпалил им жопу. Ладно. Эти побегушки долго будут? Нет? Я понимаю, что это из-за моей вот этой фигни, то, что я ношу. Все, вот эти вот побегушки. Мне вроде бы хочется, чтобы они ко мне не приставали, но они убегают, когда я их преследую, когда я бегу. Вы что, бесконечные? Вот здесь братская усыпальница или что? Одну на другую, одну на другую. Один, второй. Я он не на упорный. Неужели... Что ты там делаешь? Куда ты бежишь? Куда ты побежал? Сука, я думал, все, убежал, все, задания не будет. Так, мне нужно все забрать с них. Там язычки какие-то хочет кто-то вроде бы получить с них. Вон, видишь, языки собираются. Я не помню, кто хотел, но кто-то хотел языки. Может, это деликатес, хотя какой-то деликатес, это если мертвечина. Мы дошли? Фух, дед, это было очень жестко. Вот мы и пришли. Спасибо тебе, сынок. Я не твой сын. Нравишься ты мне. Заходи как-нибудь ко мне в гости, сынок. Покажу тебе свои книги, угощу тебя гуляшом, чайку попьем. Ты ведьмак, да? Недавно я встретился на болотах с одним ведьмаком. Хорошим манерам его явно никто не учил. Ну? Ему нужен был круг стихий. Мне мама говорила, к чужим в дом не ходить, так что я не пойду с тобой, понятно? Ты встречался с другим ведьмаком? С этого места поподробнее. Сынок... Его звали Беренгар. А не сынок, я твой. Он интересовался разрушенной башней. И выглядел так, как если бы, прошу прощения, у него был недельный запор. Наверное, это неправильное питание. Меня не интересует его проблема с желудком.
Я знаю, сынок, но он боялся. Он почти все время провел около ям, где эти идиоты купаются в глине, как кроты. Больше ничего не знаю. Кто купается в глине? Ты мне помог. Так, я таймер не поставил. Дедушка помог, но таймер не помог мне поставить вовремя. А вот теперь поставил. Я надеюсь, что хоть как-то меня видно. Так, тем временем. Задание мы выполнили. Куда мне теперь? Дедушка побежал обратно, сам причем. Значит, туда мне надо было его вести, а назад. Вот он я. Мне надо было сходить. Ади задание. А, во. Так, нужно поговорить с людьми, которые уже проводили следствие. Или почитать книжки. Это что? А, это вскрытие, точно. Я должен на лодке добраться до болота и избавить от монстров, которые по ночам приходят на пристань. Хорошо, ночью. Вы зиме, игры в кости, альгули, волки, плавуны. А, вот, кстати, это Зигфриду нужно 10 языков. Так я уже достал, наверное, 10. Я уже 20, наверное, достал. Три корневища эхинопсов. Где бы я их нашел бы? Я должен предоставить Винсенту доказательство уничтожения архиспоры. Моя старая знакомая. Мне нужны еще доказательства. Короче, все ясно. То есть сейчас мне назад бежать, в деревню. Мы же там должны поговорить со всеми. Мне надо там со всеми поговорить. Потому что заданий как таковых у меня здесь нету. Куда я иду? Я туда иду? Ты кто? Ты мне... Ты тот, кто мне нужен. А почему же на тебе так плохо работает серебряный меч? Может, они серебряные, а? Возьми серебряный. Во, серебряный. Теперь точно серебряный. А где он? Да куда же ты побежал, а? Да стой! О, этот перестал бояться. Ах ты скотина, ты в спину любишь бить, да? Я тебя сейчас побью в спину. Мне кажется, меч какое-то говно. Серебряный. Он точно серебряный? Стальной. И серебряный. Ну, а в чем проблема? Так. О, языки. Языки готовы. Языки готовы. Вот они, кирпичники. Пойдем. Пора с ними поговорить. Я здесь ни с кем не говорил. Я только ходил и собирал у них всякое. Всякое, что у них там валяется. Так, с Жан-Пьером я вчера. В прошлый раз поговорил, когда да? Когда я вырасту, я стану девушкой в таверне. Тут неподалеку. Замечательно. Ба-ба-ба. Приветствую. Что? Ба-ба. Здрасте, Милздарь. Здрасте. Что это с тобой? Сейчас ничего. Но когда мне было 6 лет, мне кирпич упал на голову. Это такая игра. Ясно. Кидаешь в воздух кирпич, считаешь до 5, и нельзя, чтобы кирпич в тебя попал. Но я плохо считаю, и мне сказали, что из-за этих кирпичей я теперь глупый. Ба. Ага. Если хочешь узнать, как добраться куда-нибудь, ты туда пришел. Я никогда не теряюсь. Ба-ба-ба. Что ж, значит, мне повезло. Расскажи мне про болото. Как тебе ж на голову, кирп... Ба-ба! Болото широкое, глубокое, комары жрут. Ух ты, как же они жалятся! Кто живет на болоте? Друиды, кирпичники, дроворубы, монстры и комары. Вот кто. А где дроворубы? Ба-ба-ба! О чем еще хочешь поговорить? Честно, ни о чем. Прощай. Тебе кирпич на голову упал, ты дурной. Вот у них игры были, да, что раньше? Кирпич на голову, чтоб не упал, бросаешь вверх, считаешь до 5. Офигеть игры. Не то, что наши. Прятки и так далее. Ненавижу засуху. Но этот вроде не тупой. Хотя такой же, вы здесь все братья. Вы все одноичные. Хорошее признаменование для всех. Делать нечего. Тройня, да? А вот разочек, видимо, родилось сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, грубо говоря, шестеро разом родилось, видимо, разочек.
И у каждого все на один больше поход. И больше эльфов в округе. Боюсь, нелюди что-то дурное замышляют. Это кто-то другая. Так. Когда я вырасту, ты возишь. Но этим ничего не надо. Так, 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 так. Это ты шестерых родила, и у каждого ум на всех шестерых один. Да? Странник из дальних земель. Седой, но не старый. Непобедимый, но покрытый шрамами. Он утратил ракурс то, жопы. Что ну, посмотрим на. Как мне звать тебя, добрая женщина? Посмотрим на жопу, я да. Васка. Стоишь я жопа, на да? этой деревне. Геральт, ведьмак, мое почтение. Чем занимаются жители деревни? Мы простой народ. Мы умеем только добывать глину и делать кирпичи. Кирпичники? И бросаться вверх и бить работает? Себе по башке ими, да? Тяжелые времена пришли к нам. Ответь, странник, что делают ведьмаки? Мы решаем проблему. Убивают чудовищ. Хочешь спросить о чем-нибудь, беловолосый? О, Кости с тобой можно играть, да? Мы можем поговорить. Алхимик из имени Калькштейн утверждает, что ты знаешь что-то о магии из башни. Давай. Мы можем поговорить. Алхимик из Визимы по имени да. Калькштейн утверждает, что ты знаешь что-то о магии из башни и о страже. Давным-давно могучий колдун жил на болоте. Он искал одиночество. Угу. Его ученик был его единственным спутником. Все изменилось, когда в его жизни появилась женщина. Начало, как в сказке. Но конец, да. как в жизни, ибо это была злая женщина. Маг утратил свое сердце себе на горе. Он выполнил все ее прихоти, а она использовала себе на благо его могущества. Кто была эта женщина? Неважно. Я слушаю. Слепая любовь сотворила для мага гибель. Интересно. Он призвал силы, которые не мог контролировать. Он умер, и башня его обрушилась. Прекрасная история, но что же со стражем? Любовница мага была наделена силой. Она могла предрекать судьбу, и маг подарил ей колоду особенных карт Таро. Согласно ее пророчествам, он изобразил события будущего на каждой карте. И? Жилище мага охраняли големы, глиняные великаны, которые трудились без устали. Те, что пережили ярость времени, остались на кладбище, где они, лишенные жизненной силы, омываемые дождями, стоят неподвижно. У меня есть идея. Да, самый могучий голем был привратником. Сторожил вход в жилище мага. Одна из карт Таро башня показывает, как голем будет возрожден в будущем. И это вновь откроет башню. Возьми эту карту. Мне она больше не нужна. Смотри. Она такая, когда люди говорят, типа, а кто эта женщина или кто этот мужчина, что такую вот историю рассказывает? Они говорят, неважно, значит, это про них. Ну, это мое подозрение такое, что это про них. Она такая говорит, что... Что с тобой? Ну тебя нахер. И она такая говорит, это... Да заткнись. Этой женщине подарили колоду карты, она Таро. И она такая мне сует в конце карту Таро. Нормально, но это же значит, она была. Это она кто погудила, побудил, погубил этого мага. Злая женщина вот эта. А как она до такого дожила-то, а? Аманунгуал Эд. Что ты сказала? Где моя кошка? Она, наверное, мах, она вот эта вот, это магичка. Хочешь спросить о чем-нибудь, беловолосый? Просто старая очень магичка. Да, хочу. Тут побывал другой ведьмак. Ведьмак. Некий Беренгар. Он был здесь. Задавал разные вопросы по поводу алхимии. Крутился возле башни. Его, наверное, тот алхимик Калькштейн прислал.
Вскоре мы нашли его вещи в глиняном карьере. Они все были в крови. Спасибо, Васка. Беловолосый. Там были следы борьбы, причем не с чудовищами. На него напали люди. Злые люди из сухих земель. Огненные ящерицы. Будь осторожен. Огненные ящерицы? Живым. А я тебе зачем живой, а? Почему же никто не работает? У вас тут завелись чудовища? Воистину так. Существа, которые убивают работников, свили себе гнездо в глиняных ямах. Понятно. Как они выглядят? Как будто утонули, но потом восстали. Похоже на утопцев. Я могу прикончить их. Мы бедный народ, беловолосый. Я не смогу дать тебе за это больше, чем 50 аренов. Сколько? 50? Этого достаточно. Куда хоть мне идти? Сколько? В сторону пристани. Но выбери другую дорогу на развилке. В конце ее ты найдешь глиняные ямы и наших мучителей. Ну, пойдем. Получается, к пристани бежим и повернем на другую дорогу. То есть, вот эту, да? Так я ж так ходил, там не было никаких ям. Маленький мальчик. С утопцами. Мальчик, ты дурачок? Мальчик, дурачок. Опа, смотри, как я могу. Опа. Опа. Я, они не боятся. Че, совсем страх потеряли, да? Так, следующий. Там еще один, где-то вот здесь. А, вот он побежал. Я думал, он к мальчику побежал, он просто побежал. А куда бежим? Это все? Они еще одни. Чего так много-то? Ну что там, кирпичники, походу, клад выкопали с утопцами. Вот и все. Так. Опа. Это вот это окровавленные вещи или что это? Кого-то сожрали. Здесь жирают кого-то. Сейчас, подожди, я соберу все. Не пропадать же добру, которое я здесь понаделал. Раз. Получается, бабка это та же злая женщина. Получается, бабка совратила мага. Короче, делала там. Эти я хочу это. Ямы, видимо, не что иное, как глиняные карьеры. Путь для владык готовится. День уже близко. Отстань, парень. А кто стоит выше владык? Что я. Это за чушь? Иди домой. Я выше владык стою. Я ж ведьмак. Так. Да вот это и есть их кирпичная карьера. Опа. Что это? Сюда можно что-то положить. Сахарная куколка. А, нет, я тебе ничего не буду ложить, ясно? Погляди, положить им что-то туда. Так. Для, кстати, неизвестный эликсир. Знак саламандры. Это же саламандра? Да, знаешь, это не он. Я узнал, что Беренгар мертв. Обезображенный труп. Хотя тело уже частично съедено монстрами, еще видно, что смерть наступила от удара мечом. И очень острым мечом. Ну, ведьмачьим мечом. Да ну, это что, Беренгар? Хм? И все, и типа вот так вот все закончилось. Давай мы положим, ну не знаю, что-нибудь хорошее. А может сухофрукты? Не. Не знаю, зачем, просто положил. Может кушать хочет кто-то там. Я просто думал, что если положить вот как Мелитель, то она возьмет мне и даст вот этих камушков. Что и этот тоже даст, а в итоге хер мне. Так.
Идем назад. Кстати, она типа говорит, типа, что есть карта, как... Вот, башня, карта. На карте изображена башня, в которую бьет молния. С вершины башни падают две человеческие фигуры. Две человеческие фигуры с вершины башни падают. Чё несёт? А, ну это будущее. Ну, а фигура на меня похожа хоть одна? Хочешь спросить о чём-нибудь, беловолосый? Да. Карты не хочешь? Фу, покер не хочешь поиграть? Вдруг с тобой надо за деньги. А что ты продаёшь, кстати? Еда, пиво, всё ясно. Ничего ты хорошего не продаёшь. Так, я избавил. Давай $50. Ты проявил к нам милосердие, а я тебя обманула. Ах, ты злая женщина. У меня нет денег, чтобы заплатить тебе. Но я не хочу, чтобы ты ушел без вознаграждения. Возьми этот амулет. Это Хесет, символ милосердия. Сойдет. Давай. Будь благословен. Теперь мы сможем подготовиться к приходу владык. А кто эти владыки? Водные владыки имеют большую силу. Мы поклоняемся им, а взамен получаем милость тех, кто приходит из вечных глубин. Любопытно. Тоже это. Все, что приходит в голову, это рыболюди, водяные. А, как водяные? Ты смеешь использовать язык богохульства, когда говоришь о водных владыках? Эти имена оскорбляют, владык. Это что? Ёбнутая бабулька. Водяным поклоняется. Это ж надо быть таким. Так, безопасная пристань — это ночью. Я... Где-то здесь должны быть еще друиды. Должны еще быть... О, пещера. Прамилетель, это вот я шел, да? Получается, вот она деревня, я иду. Обелиск Тиферет. Костер. Каменный голем. Кстати, можешь сюда сходить? Пойдем к каменному голему. Там красненьким горит. По дороге мне надо. Или... А не, мне вот так надо, напрямик. Правильно? Правильно, пошли. Пойдем напрямик. Или по дороге. Я сейчас заблужусь, и все. И не будет меня, не будет ведьмака. Пойдем вот так. И меч на всякий случай. Мало ли какая-нибудь... А, кстати, он так бежит быстрее, прикинь. Ну и хорошо, значит, побежим так. Вот, кстати, храм. Идем дальше по дорожке. Там... Что это такое? А, плавуны. Вы идете? Нет? Мне вы уже не нужны, кстати. Отстань. Пещера. Кто ты? А, может это так хер... Это это, архиспора. Это вот это нужно мужику там какому-то по заданию, да? Кстати, намного слабее, чем то было. Чем та вот... А что ты сейчас с нее поднял, скажи мне, а? Корневище хинопса. Ну да, надо 3 штучки. Давай искать еще. Еще есть? Может это еще здесь есть? Да хватит прыгать. Циркач. Так, больше пока не вылазит. Кись. Не, больше нету. А, это не ты. Я не тебя звал. Так, вороний глаз. Опа, где? Вот она, 2 штуки. Сейчас забьют меня, кстати. Отстань, гори. Не, кстати, на удивление они очень слабенькие. Так, с тебя есть что?
Если с вас будет корневище с обоих, то это прям замечательно, я сдам задание. Да. Минус задание. Видишь, не зря по дорожке пошли. Так, а дорожки-то теперь две. А нет, одна в болото идет. Зачем мне дорога в болото? Идем наверх. Я в покер не поиграл с ней. Опа. Лесорубы. А я в покер не поиграл. Насрать на этих лесорубах. 5000 тисов за 3 месяца. Видел уже кирпичников? Собачья. Все они чокнутые. Невозможно. Я согласен с тобой, чокнутые. Кто ты? Кто ты? Геральт, я говорю, кто ведьмак, ты? Друг. Это мы еще посмотрим. А я с кем могу честь разговаривать? Лойза, я говорю от имени дровосеков. Я бы хотел поговорить. Лойза, это женское продолжай. Имя. Продолжай. Ты женщина с усами? С бородой, точнее. Вы же там вроде бы... Вроде же гномы тоже... Гномихи тоже имеют бороду. Так, у вас есть у работа? У вас есть работа для ведьмака. Несмотря на все опасности, мы справляемся. И звери оставили нас в покое. Значит, ничего? Ну, может быть, работа для того, кто умеет рисковать? Слушаю тебя внимательно. Сейчас на болоте должно цвести растение двустрел. Это редкое растение, и у него как раз начинается период цветения. Не видел такого. Я так понимаю, это ценное растение. Само растение не особо. А вот наркотики, которые из него делают... Если сможешь собрать цветы на болоте, мы оба подзаработаем. Я буду ползать по грязи и сражаться с монстрами, а прибыль мы поделим пополам? Ты не знаешь, как выглядит двустрел и кому его можно продать, а я знаю. Сука. Ай, ведьмак никогда бы за такое не взялся. Вот вопрос в том, нужно ли оно нам. Задания заданиями, ну блин, а как же нейтралитет ведьмака, что я охочусь только на чудовище этот, на чудовище. Ладно, давай. Выбираю в травника. Прекрасно. Цветки двустрела похожи на цветы мальвы. Они растут редкими пучками по всему болоту. Продать их можно паромщику на пристани. Если не сможешь ничего найти, спроси ребят, которые живут на болоте. Может, у них со зрением получше, чем у тебя? Ладно, отнесу эти цветы по... Ой, нечаянно нажал. Хотел сказать, слышь ты, ты еще будешь на меня что-то выбузить? Так, это что? Это еще путь куда-то, да? Кстати, да. А куда ведет? Куда-то ведет. Куда-то не хорошее место. Я хочу сюда. А где башня-то? Фу, башня, вот эта вот фигня, големы. А, мне туда идти. Давай еще по дороге, здесь еще что-то есть. Двустрел, кстати. Кстати, двустрел. Ну, идем дальше по дороге. Может, что-то еще найдем. Волк. А мне, кстати, волчьи шкуры нужны. А вот здесь... Вот здесь какая-то вырубка. Там что-то горело. Или мне казалось. Вот, что-то горит. Что это? Это храм? Вот этот Мелитель? Так, мужик лежит. Лежи дальше. Во! Угу. Панель использования. А что тебе использовать? Ну, ничего нету для тебя. А что мне надо-то ему сделать? Ладно, здесь, походу, ничего нету. Пойдем там какой-то сад с волками, который мне нужно убить, кстати говоря. Волков. Мне там шкуры нужно, 10 штук.
Так что пойдем. Такой прям цветущий. Прям все такие... А, друиды. Теперь ясно, почему. Огромное дерево, необычные символы, ручные животные, даже дриада. Должно дриада? Быть, это роща друидов. Где дриада? Здорово. В чем дело? Я ищу соцветие двустрела. Природа щедра. Мы можем продать тебе травы по доступной цене. Поговори с человеком, который ухаживает за священным дубом. До встречи. Хорошо. Так. Различные твари убивают. Если тебе совершенно необходимо бродить по болоту. Так, это. Ой-ой-ой, что это такое? Опа! Я новый знак получил? Вы получили знак Ирден, магическую ловушку, замедляющую ваших противников. Ирден также будет повреждать, отравлять и ослаблять противников. Его лучше всего использовать в сочетании с другими знаками. Ну, у меня не будет билда именно магии. Так что мне он... Ты кто такой? Я Евин. Добро пожаловать я в Евин, круг я друидов. Я Евин! Приветствую. Чудесное Евин. Место. Где я слышал его? Я прихожу сюда, чтобы поразмыслить. Умиротворенность этого места помогает очистить разум. Да даже ведьмака здесь примут с радостью. Остается только добавить, что я вот-вот смирюсь с собственной особенностью и обрету дом, которого у меня никогда не было. Сейчас расплачусь, как ребенок. Сарказм — лишь проявление внутренних комплексов. Всегда мечтал познакомиться с эльфом-психоаналитиком. Я несколько десятилетий провел среди людей. Ну? Постичь глубину вашего сознания не сложнее, чем разобраться с конструкцией молотка. Несколько десятилетий. Ну, знаешь, молотком не все умеют пользоваться. Среди людей он обречен перенять от них гораздо больше, чем ему самому бы хотелось. Уж кто бы говорил, специалист по чудовищам. Вижу, в остроумии тебе равных нет. Меня зовут Геральт. Вы долго будете вот это делать? Я Евин. Давай поговорим. А, Евин. Что ж, хорошо. Я Евин, да. Я Евин. Еще к кому мы придется услуги ведьмака, что ты мне можешь рассказать об эльфах? Да нахер мне твои эльфы, я знаю про них все. Я давай. Ищу кого-нибудь, кому могли бы пригодиться услуги ведьмака. В таком случае ты его уже нашел. Да? Мне нужно доставить одно письмо в Вызиму, а самому мне там появляться крайне нежелательно. Я ищу услуги ты ведьмака. Ты ведьмак, и тебе не составит труда разобраться с чудовищами по пути в город, а также со стражниками у ворот. И кому я должен доставить это письмо? А в итоге почтальон. Буду премного признателен, если ты доставишь письмо краснолюду Вивальди, а затем вернешься сюда с его ответом. Да? Я тебя что, почтальон? Я ведьмак, я тебе сказал, есть ли работа для ведьмака? Я не курьер. Согласен. Ладно. Я все равно направлялся в Изиму. Мне интересно, благодарю что за письмо. Тебя. Его можно будет почитать? Где письмо? Секунду. Письмо. Правая кнопка. Так. При нем читаю. Да похер вообще. Вивальди, хотелось бы тебе напомнить о нашем разговоре касательно финансовой поддержки нашего дела. Ты говорил, что тебе нужно время подумать, но мы больше не можем ждать. Я вынужден последний раз просить тебя. Спросить тебя, где это? Ты на нашей стороне или на стороне людей? Третьего не дано. Это твой последний шанс. Время пришло. И ничто уже не нас не остановит. Даже твой отказ, Я Ев. Ясно. Так ты типа скайтаэльник, да? Вот это тут. Так, кому мне надо еще подойти? Морен. Глендрейд. До встречи. Совсем ненормальная. Ты что, не можешь одеть себе там эти трусы, лифчик? А? А? Да хоть бы листок приклеила. Гвинблейд, не поворачивайся на меня. Ясно? На этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, ставьте лайки, пишите комментарии и всем до встречи в новых видео.